Сколько ты здесь уже в мастерстве? 9 лет. То есть, наверное, со дня основания, да, как это все? Нет, ну еще творческого кластера здесь не было. Я сюда пришел, тут был завод музыкальных инструментов. Ну, в аренду сдавались цеха, там под склады в основном. И я как склад взялся в мастерскую просто. 123 метра и все. Ага, то есть и ты я тут был таким. Сторожил. То есть ты уже настоящий сторожил, да? А сколько изначально было художников, вот, которые. Да, меня не было никого. Вообще никого. То есть ты абориген. Настоящий абориген. Так, здорово. Влад, ну вот ты же учился в Мухе на металле, да? Да? Собственно, с того момента мы знакомы. А до этого ты где-то учился? Да. Я закончил училище тоже по металлу, по художественному, в Павлово-на-Оке. 2 года после армии. Тоже металл, да? И вот тебе расскажи, как же ты вообще к живописи пришел? А я писал все время. Все время писал, да? То есть, ну, я всегда писал, и просто наступил момент, когда нужно было выбирать или металл, или живопись. Потому что, ну, трудно двум отдастся. Ага. Богам. Понятно, понятно. И расскажи, вот в целом, и может быть как-то отдельно, это работа одного периода, они все пленерные, да, или вообще вот, да? Только с натуры, да. Только с натуры, да? Ага. И это пленеры где? Где это вот они? В основном Крым. Крым. Что ж это такое огромное белое цветущее вообще? Это айва. Айва. Ага. Здорово. А в Крым это где-то там? В каких краях? Грузов, да? Угу. Так. А это уже что-то осеннее? Октябрь где-то. Ага. Или сентябрь. Сентябрь скорее, да. Татарский дворик, это над Коктебель, это старый Крым. Угу. Салхат. Слушай, а это вот как этюд идет, вот за один раз ты, наверное, пишешь, да? Вот с таким холстом выходишь, да. И это такой вот у тебя. То есть ты не маленький, а вот это холст, ну вот это такой, чтобы понимать, это вот размер 81 на 54. То есть ты не любишь маленькие, да, вот отсюда такие совсем, не знаю, вот формата там А4. Вот. Я маленький брал в Индию, потому что самолет. А вот модель, да, это тоже этюды. Этюды. У меня этюдов нет. У меня работа законченная. Сам я их не пишу, не переписываю, не дописываю. У меня работа. Ну, то есть, сначала как бы пленерная работа. То есть ты не считаешь ее этюдом, а именно вот такая. Ну, как, ну, свет портрет. Угу. Ну, вот, например, это такой. Мастерской портрет. Ага. Нет, это тоже портрет он за раз написал, да? Или и не совсем? Или потом что-то? Нет, что-то. Нет. А, то есть так, вот, другой портрет, да, а это более полу такая уже работа, ну не сказать, что она абстрактная, но ближе к каким-то таким индийский мотив, то есть вот это похоже опять такая крымская, да, работа. Конечно. Море, каштан. Море, каштан, каштан, солнце бьющее каштан. Такое. Угу. Это тоже, наверное, Крымская улица, да? Угу. Слушай, ну вот ты когда пишешь, все-таки у тебя кто? Фависты, да, все-таки любимые художники. Никого в голове? Ты как бы, да? Заблуждаешься, что я могу там кого-то просматривать или вспоминать? Нет, ну в этом греха нет, но мы же все равно все кого-то смотрим. Мы же не в вакууме, правда, существуем. Понятно, естественно, есть. Какие-то отправные точки-то у нас в пространстве. Думаешь, ну, нет? Как? Нет, они внутри. Это все масло, да? Ты ну, акрил. Не, ну может быть акрил там, не, не я знаю, не сейчас люблю. Не любишь, да? Я классический такой человек. Я люблю холст грубый, такой нормальный льняной. Ага. И масло обычное. Ага. И вот и размеры. Слушай, обычные. Ну и сколько обычно вот за лето, за творческий период обычно работ накапливается? Насколько ты вот такой вот? Как? Ну не, ну за поездку ты имеешь в виду. Поездку. А да. Творческий период какой? То есть весь год же творческий период. Ну то есть поездку за поездку там, в эту поездку я привез 25. Крымскую поездку, в ту 49, да? Или 50. Ну допустим, да. Вот у меня были. Ну, это ни о чем не говорит. Я в прошлом году просто попал на весну хорошо. Угу. И, естественно, там были мотивы кругом и везде. Угу. Вот. А в этом году быстро весна прошла, и я не успел. Поэтому у меня меньше, но больше портретов.
А лет... А ты, вот, весна, а ты как художник места себя вот как-то так очень ощущаешь, да? То есть вот просто, не знаю, вот сейчас сесть почему? С холстом, да нет, и начать как-то... Нет, я писал у нас в Новгородской, у меня была деревня, там много писал. Там все, выходишь в Новгородской, и все зеленое. Вот. А на юге южный пейзаж. Выходишь, у тебя сразу все разных цветов. И, ну, цвет он солнце. У нас солнца немного. Поэтому я люблю их. Все. Из-за цвета. Мне цвет нужен. Ну вот. Я сначала набросок делаю, там цветным карандашом, маленькую картину, компоную, потом пишу. Но это сразу же на месте делается. Это в этот же, так сказать, сразу встал. Вот. И потом эти наброски бывают они другие совершенно. Потому что когда пишешь. Я вот по этим наброскам бывает пишу мастерство. Ну то есть бывают потом какие-то такие, да, моменты? Ну вот опять-таки стало место, где я был. Это не придуманный мотив. Это как бы та ситуация, где я был, где я писал. Ну, энергетика этого места его, так сказать, да, какая-то. Не знаю. Да. Аура или что-то. Ну, все. Все. Ты же стоишь там, с тобой люди общаются какие-то. Ну да. У тебя там ветер подул, у тебя там, я не знаю что, ты проголодался. Все это. Поел все там аутентичной еды, да? Вот. Все это место, понимаешь? Оно из всего складывается. Ну да. А потом оно складывается из того, что ты вчера написал. То есть ты вчера что-то написал, процесс идет. И сегодня ты воплощаешь в принципе те идеи, которые возникли вчера, но ты их уже не воплотил, потому что у тебя вчера уже другая. То есть, а может, и не воплощаешь, но она работает. И такой непрерывный процесс. Вот, допустим, у меня там 50 картин было там в прошлом году за один приезд. И это может, они все разные, с разных мест. И они, это одна мысль переходящая, то есть это такой процесс, все время работа идет, исследование вот это. Поэтому... Ну это тоже какая-то вот крымский, да, пейзаж? И там... Крымский, да. Ух ты, Чехова. Ну там, да, Чехова. Ну то есть ты там тоже по машине? Нет, это Бурду. А. Я мало где живу, но так... Там настолько все разнообразно. Ну, то есть вообще обнаженные модели, портрет, да, присутствует как тема в твоей жизни, да? Ну, ты такой совсем свободный художник или иногда какие-то заказные работы делаешь? Нет, или свободный. Нет, да? Свободный, да? Да? Тоже индийская тема. А что тебя вообще в Индии как-то поразило? Там много работ? Да? Там все счастливые. Все бедные счастливые. Ну, не все бедные, но в смысле... Да, но счастливые все. Ну да, ощущение такое. Все с прямыми спинами и счастливые. Вот. И цветная одежда у всех до пола. Дома совершенно сумасшедшие красят. Вот могут там... Видимо, есть у них в банке красные. Там. Они покрасили там полметра шириной кусок дома вот так вот. Снизу доверху красный, остальное желтое, допустим, у них, или там что-то делают, что хотят. Это просто круто вообще. И ты идешь, и у тебя такие цветовые сочетания неожиданные возникают, которые я после Индии по-другому стал писать. А вот Питер, вообще у тебя, я так посмотрел, ну то, что Питер на выставке, мало. Питера у тебя мало, да? Ну, Питера мало, потому что я вот перестал, как начал ездить, перестал писать. Я когда здесь, я писал его раньше, когда в Кузнице. Ну, то есть, когда работал, учился, наверное, да? Когда учился, когда металлом занимался, я никуда не ездил, занимался здесь металлом, только переезжал каким-то по работам, по своим, поэтому я писал Питер. А как я перестал этим заниматься, я сразу начал ездить, у меня Питера не стало. Ну, то есть, вообще у тебя где-то там в загашнике Питер есть, да? Ну, просто конечно. Я к тому, что вот тут он у тебя такое ощущение индийский, знаешь, что ли, то ли ты был после Индии. А ты когда в Индии-то был? В каком году? 15. А, по чуть-чуть. Так, продолжаем нашу экскурсию. Это, ну, опять, крымская, скорее всего, тема, да? Конечно. Вот.
А это вот это с натуры или это с все-таки натуры. С натуры, да? А, кто-то с черешни, да? Точно, точно. Конечно. Черешневая и тема. Сережки черешни. Угу. Здорово. Здорово. Ну, все-таки, конечно. И море настоящее. И море, и фрукты. И ромашки. Да. Это желтые ромашки. Ну, есть такие, там, я не знаю, может быть, конечно, они там ботанические какие-то, как-то иначе, да, называются. Все настоящее. Все настоящее, да. Поставлено кипарис. Это двор дачи Карлина. А, так, это вот в национальном костюме, да? Да. Ага. Так, индиго называется. Ну, что-то такое, по крайней мере, да? Конечно. Угу. Так, а вот уже работа интересная, в такой теплой, в теплой гамме. Угу, тоже модель. Так. Ну, вот выставку мы посмотрели. Может быть, еще вот здесь какие-то. Тут-то так интересно оформлена ступенька. Лежат палитры известных художников, наверное. Твоей тут палитры нет? Нет, палитры. Которые начинали... Моя палитра. Которая пожила.